Локомотив, Галактионов, молодой тренер. Но организация игры какая великолепная. Все бегут. Дзюба, Глушенко, ваше впечатление? Глушенко вышел на позицию центрального полузащитника. И гол забил красивый. В нужных моментах оказывался в нужном месте. Ну, в общем, довольно-таки уверенно сыграл. Мне его игра понравилась. И мне игра Дзюбы понравилась не меньше, как он подыгрывал. Потому что в последнее время все-таки он уже с меньшим движением. В основном штрафной. И приносил пользу тем, что с партнеры ему создавали, а он одним касанием забивал. То сейчас уже он создавал для партнеров 3 голевые, плюс предголевой пас при первом голе. И в центре поля сохранял очень многое. То есть он вот так пытался играть и в первых матчах, но у него этого не получалось. Он очень много терял, не справлялся. И ему Галактионов изменил функции на наконечника. В этом матче он снова это попытался сделать. И надо признать, что у него это получалось очень хорошо.